Артем здесь. Артем, смотри аккуратно здесь, Маша. Пожалуйста, Даник. Готовы? Джим! Итак, если Миша выиграет, с победителем за первое место будет бороться. Владимир или Маша? Проиграет, все, тогда из них кто-то чемпион. Аккуратно, Борис, Владимир. Все разговоры. Железяки? Да. Я не могу снять. Я могу снять. Будут пары. Стоп. Давай, Борис. А, ты на тренировку так пришел? Нет. Замечание тебе. 1-0 ведет Маша. Маша, не расслабляйся. Ноги не давай. 1 балл. Заходи сбоку, делай держание сбоку. За ковром. Машинка, Машинка, ноги не давай. Маша, ниже чуть-чуть, ноги не давай. 1-1. Не-не-не-не-не, стоп. Стали в стойку. Стойку. Ты правильно говоришь, но в стойку. Хаджи. Это просто девушка, поэтому мы на три ноги. Но чебанясу надо было делать через этот. Вот. Пусть так и борется. Стоп. Сверху бери. 1 балл, Миша. Делай удержание. И фиксация. 1, 2, 3. Миша, 3 балла. Миша, переходи, делай удержание. Через себя 1 мат. Через себя. Кувыркайся назад. Вот так. 1 балл. Молодец, Маш. Владимир, стоп. Все, пожали руки, все, не надо. Маша выиграла. Нет, ничья. Боремся. Ну, Даник, забеги. Ну, переворачивай, держи. Давай, давай, Даник. В другую сторону, через грудь. Через грудь его. А, нет, за туловище. Раз, два, три. Это уже 6-0. 1 балл. Держи его. 1, 2, 3. Есть, 3 балла. Держи. 1, 2, 3. 6-3. Макс, уходи. На него сверху. Мате. Итак, там выиграл Макс, но выиграл Шендря Даниэл. Молодец. Занял 3-е место. 6-3 в Буган. Буга Михай выиграл. 6-3. Так, последняя схватка. Что? Я с Андреем. Ты с Андреем? А тут Игорь, ты что, с Владом будешь? Итак, борется. Лучше. Что? Да. Борются лучшие борцы планеты, Пастухов и Дроник, претендентами на золотой пояс. Итак, вытаскиваю золотой пояс. Черное золото, да? Вытаскиваю черное золото. Я выиграл.
А что-то вкусненькое? Хочу шоколадку. Артём, вообще без воды ничего? Ты резко показал. Так. Золото. Готовы? Претенденты на борьбу готовы? Я одной рукой справлю. Сейчас смотрю, чтобы записалось. Здесь кто судит? Кто судит, должен встать, чтобы я видел. Итак, Пастухов, аккуратно, ему скоро уезжать. 3 минуты. Андрюша, судишь, да? Время! Итак, посмотрим, как чемпионы себя чувствуют. Влад, смотри аккуратно, потому что он давно не боролся, знаешь. Хочется на него не упади, Влад. Юра, сколько времени? 6? 1 балл, 1, 2, 4 балла, удержание и бросок. Голову подними, дуже. Задуши, сесть, ноги запусти. Руки держи сейчас. Нельзя расслабляться, нельзя прижиматься лицом. Я хотел руку, и она впустила ей по глазу. Верь, хорошо, что не по зубам. Глаз, ладно, фонарь, а по зубам кушать не сможешь. Все, ты сдаешься? Нет. Вперед. Андрюша, с той стороны, пожалуйста. Макс, уйди. Сойди назад, сядь, прижми его. Сядь и задушись ножкой. Стоп, стоп. Ребята, они могут кувырок сделать, еще что-то. Вы расслабляетесь. Сверху на спине голову прижать, руки убрать. Держать, Игорь. Раз. Нет. Нет. Между ног. Одна нога должна быть вымыта. Да переведи в партере, работай в партере, Пастухов. Отсюда, кувырок, кувырок через себя и держание. Все, так и держи, потихонечку болевой делай. Смотри, сейчас ударю тебя ногами. Потихоньку. Нет, там удушающий просто. Там хорошо захватилось. Все, полежи немножко. Этот, Игорёка? Да. Вольты? Нет, кроме нас. Все, Пастухов не поднимаются. Счет у них какой? 10-0. 10-0. Итак, Пастухов удержал свое звание. А Игорёк зря пошел. Труши тренера. Остался бы призером. И все, это удушающе. Так, есть Чезар, Бутук, Сербу и... Я не пойду. Георгий. Я с Бутуком. Так, кроме этих... У нас чемпион Сербу. Сербу? Не пойду. Нет. Кто должен с кем бороться? А? Ты с Сербу, да? Ты будешь бороться? Влад, ты будешь бороться? Нет, Чезар, поборешься с Георгием? Запрет. Нет, все, вы ушли.
Вес. Тебе? Пожалуйста, Георгий этот, на поезд. Георгий, так, дальше. Владимир, Миша. Килограммы, шоколад. За золотой пояс. Я? Да. Так, Макс проиграл. Даниил Пенько. За золотой пояс. Гереша, можешь оттолкнуть? Так, Маша, Максим, сюда. Сюда. Победитель получает обертку от золотого пояса. Сели на... А, ну, стойки начинают. Готовы? Я здесь сужу. Там судит кто? Хынку. Там кто будет судить? Андрюш, посуди, пожалуйста, тогда. Так, кто там судит? Чезар, посуди, все туда. Посуди. Я тут похоже пойду. Артем здесь, а Чезар там судит. Чезар, туда. Последняя схватка. Внимание. Так, у нас есть два чемпиона. Теперь раз, два, три, четыре. Хаджимен. 3 минуты. Пас. Я помещаю. Будьте внимательны, судьи. Опасная ситуация, остановите. Кому там бал? Андрюха, кому бал? Баллы и фиксация. Такая фиксация должна быть или нет? Сверху, да? Одно очко Андрею. Переворачиваю. Влад, этот, Георгий, переворачивай его на спину. Надо выходить 3 балла получить. Или 2, сколько? 3. Души его. Борис, хочешь приз? Борис, ты хочешь? Накажу. Иди вперед. Иди вперед. Вот так. Хватай за футболку. Есть возможность? Хватай. Андрюш, держи. Давай, руку выключаем. Переводи ему в партер. Маша Мате. Встали сюда. Не просто села это, а ногу надо подтянуть. А если руки прямые, он забежит. Там просто край ковра, поэтому останови. Аджиме, давай, Маша, давай мучи его. Бегай вокруг него, сверху за голову, через себя. Бегай, бегай, будь выходить, я ему замечание дам. За голову сверху. Вот так, забегай назад. Мате, Маша, Мате, еще раз, Давай, давай, Маша, работай. 1,5 минуты осталось. Давай, Маша, давай. Давай. Давай, любимица моя, давай, Машка. Сожрать Максика. У меня дома мы нашел. Давай, иди к нему. Молодец, Макс, вот так держи шею. Прижми к своей, и все, и вот так вот. Ноги назад и забегай. Держи, Маша, его. Держи. Раз. Два. За что не вот так? 3. Есть. Удержание. Делай отсюда болевой. Шендра. Что, Шендра выиграл? Кто? Кто? Шендра. Кто выиграл? Шендра.
Даник, молодец. Маша, голову выше, иди назад. Назад и голову выше. Делай, делай, делай болевой. Пон. Стали, поклонились. Пожали, поклонились и все. Ушли. Что там? Кто ведет? Владимир или Миша? А? Молодец. Кто ведет? Андрюха. Матей! Время! Встали пошли вокруг ковра, одели кимоно. Ну, ты что, чемпион? Ты должен... Салак, ему просто шар. Благодарный, что он вообще на тебя смотрит. Да. Абсолютный чемпион ведет себя не... Эй, некрасиво ведет. Хорошо. Вот что хорошего, блин, мешок. Иди сюда. Правильно, молодцы, пацаны. Так и возвращайся, чтобы еще получилось. Так. Ну, я как бы отдельно давал, Андрюха не захотел. Так. Ну, Игорьку я должен дать, он сегодня классно поборолся. Молодец, Игорёк. Ну ты после болезни, иди сюда, вышел в финал. Молодец. Молодец, давайте, эй, берите всего нас в пример. Так, ну и сербу выиграл все-таки.
Ой, ой, ой.